как вообще понять, что мне надо в жизни, какой я хочу путь пройти, какая вот реализация самая лучшая для меня. Кто я, какая, в чем смысл жизни, как понять, что мое, какие отношения подходят мне, какая работа подходит мне. Да? То есть люди с такими глобальными запросами, и у них пожелание, конечно же, за одну консультацию их решить. То есть как мне прямо сейчас там переключиться, да, какой-то ключик, вставьте мне какой-нибудь волшебный чип в голову, чтобы я прямо раз, у меня озарение, что ага, я вижу путь свой. Вот. Так вот, девушки, всем, кто вот находится в подобном положении, да, кто хочет понять, кто вы, где вы, что ваше, я вам дам сейчас очень простую рекомендацию, которая работает реально. Нужно начать с мелочей. Нужно начать с мелочей, с понимания, что сегодня вы хотите одеть, что сегодня вы будете кушать, с кем из подруг вы сегодня более склонны разговаривать, на какой телефонный звонок вы хотите перестать отвечать, то есть выйти звонок и вы его сбросить, да, у вас потребность сбросить, то есть простые очень вещи. Вот если кто-нибудь знал, знаком с практикой колесо такое, да, есть колесо, в котором есть 8 областей, вот я их сейчас просто перечислю, вы сможете самостоятельно это сделать, просто понять по каждой области, что вы хотите сегодня, что вы хотите усовершенствовать в ближайшую неделю, месяц. И тогда, когда вы начнете эти вещи делать, вы придете к пониманию глобальных вещей. Кто вы, что вы, куда вы идете. Сначала шажки маленькие, вы научаетесь слышать себя в маленьком. А потом к вам приходит, знаете, то есть это просто как, ну не как, как способность какая-то, понимаете? Это не знаю, как, допустим, вы вот учитесь водить машину, например, да? Вы вначале выезжаете, там, вокруг дома чуть-чуть поездили, да, там, в светлое время суток, дальше, больше, и потом уже вы, собственно говоря, вот опытный, да, водитель. Вот здесь то же самое. Невозможно понять глобальные вещи про себя, плохо понимая, какой стиль вам подходит, что вы любите есть, что лучше для вашего здоровья, какой спорт вам подходит, да, вообще, как, ну вот все вот, вот такие вот элементарные вещи. Поэтому кто хочет эту тему поглубже вот изучить, то я вам сейчас просто такое дам вот упражнение, собственно говоря, да, вот представьте себе круг, поделите, ну как пицца, поделите его на 8 вот областей, эта техника называется колесо жизненного баланса, да, и там 8 областей. Деньги. Вторая – работа, потому что вот тут у всех это может быть разные вещи. Да? Вы, может быть, любите работу, но не очень любите ту сумму, которую вы получаете, деньги. Итак, деньги, работа – сама суть вот этой функции. Да? Комфорт – насколько вам нравится ваша жизнь, насколько вам комфортно. Да? Дальше – семья, отношения, любовь. Вы в семье с мужем, с вашим, да, или в паре с партнером. Дальше саморазвитие, пункт номер 6, свободное время, хобби, путешествия, увлечения, то есть все, что не связано с работой, то есть ваши личностные какие-то увлечения. Пункт номер 7, красота, тело, здоровье, то есть что у вас в этой зоне. И последняя зона — это друзья, контакты, связи с миром, да? И вот если вы очень просто оцените, где вы сейчас в каждой точке находитесь, и подумайте, а что я хочу изменить в каждой этой области по чуть-чуть, то, собственно говоря, вы начнете вот этот длинный путь в сторону того, а что же на самом деле вам подходит, что же сделает вас счастливой. Прямо сейчас под этим видео есть ссылка, переходите и скачивайте мою книгу, она бесплатная, книга «Отношения с мужчинами. Собери свои пазлы». Когда вы прочтете вот эту книгу, у вас соберется общая картина ваших отношений с мужчиной, и вам будет все ясно и понятно.